Вот. Снял, в общем, сидуху, два болта и фишка подогрева. Все просто снимается. Вот. Купил новую тему. Вот. Теперь это сейчас заменю на это. Потом покажу результат. Так, продолжаем. Значит, по смазке отстрельнул я с направляющих, вывернул его наизнанку. Здесь есть такие вот крепления, спицы. Вот. Просто их отщелкиваю. Вот так вот. И все. Вот. Вот, видите? Также обратно потом защелкиваем. Вот. И с этой стороны. Здесь в комплекте две центральных уже были вставлены. Осталось только вставить по краям. Вот. Снял рваную. Иглов на самом деле 15 минут. Вот, сейчас поставлю новую. Вообще, на самом деле, на все это время снятие и снятие вот этой у меня ушло пока минут 20. Сейчас посмотрим дальше. Вынул спицы. Вот отсюда. Сейчас ставлю ее вот сюда. Ну, предварительно выпрямлю ее. Так, ну центр, края я... Короче, просто хотел показать, как защелкивать. Берем, вот так вот. Раз, два, три, все, сидят. Вот теперь выворачиваем наизнанку. Ну все, на все про все 40 минут ушло. Как новый, точнее новый. Но с этими штуками тяжело очень защелкивать, туго. Но защелкнуться. Все, ништяк.